Заходите, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Подходите ближе ко мне. Не бойтесь, это я с виду такой бородатый дурачок. На самом деле я просто дурачок. Рассказывайте, как вас зовут? Я Лера Яскевич. В школе я ни с кем особо не общалась. Я им не нравилась, наверное. Сначала они просто не здоровались со мной. Это все происходит тихо, то есть без всяких там нападок, издевок. Поэтому я просто приходила в школу, садилась одна, такая думаю, сядет со мной кто-нибудь или нет. Ну и все. Одиночество, наверное. Что я могла еще ощущать? Что дети ощущают в такое время? Я бы хотела стать увереннее. Просто. Просто увереннее. Такое часто бывает, что человек сам себя не знает. Может, я тоже себя не знаю. Может, я там на многое способна. Здравствуйте. Здравствуйте. Витаем. Как вас зовут? Я Лера Яскевич. Лера, у вас есть X-фактор? Я надеюсь на это. Пойте. Спасибо. Это же Боб Дилан. Знаешь, а ты попадаешь просто в космос. Слушать вас с закрытыми глазами особое удовольствие. Не потому, что вы некрасивая, вы очень красивая. У вас охренительные глаза и очень чарующий, красивый голос. Вы волшебная. И у вас однозначно есть X-фактор. Мы все вам говорим «да». Мы все вам говорим «да». Оу, 4 «да». Только не упадите в обморок, потому что не упадите в обморок, это очень. Вы нас растопили. Это очень талантливо. Можно я проверю, вы живая или нет? Вы настоящая? Можно я вас всех обниму? Началось это. Обниматься, целоваться. Класс. Я сначала думал, что это Боб Дилан. Только хлопайте тихонько, чтобы ее не спугнуть. Ладно, уже иди, обними меня. Уже что ты стоишь, ломаешься? Уже, ладно. Ой, ведущие. О, что это молодежь, а? Похлопать, что вы сидите.
Ее поцеловал Винник. Все. Ее поцеловал Винник. До встречи, Боб Дилан. Ой, девочка. Это реинкарнированный Боб Дилан. Просто он еще об этом не знает. Все, ну, я сейчас успокоиться. Я уже боюсь гитары. Ну, класс. Мне казалось, что я нормально. Ладно, иди сюда, я тебе кое-что скажу. Спасибо. Молодец. Девочки, ну а теперь внимание. Это розыгрыш. Это розыгрыш. Вам на самом деле... 5, да, сказали. Вам он сказали 5, сказал, да, я тоже сказал да. Ну все, выдыхай, елки, она за тебя... Хватит меня обнимать. Она за тебя так переживала. Давай, дерзай, вытри слезы. И в тренировочном лагере нужно бороться. Жестокая борьба будет. Иди готовься, хорошо? Давай, увидимся, счастливо, я тебя поздравляю. Молодец. Да, 4, да! Знаешь, нашли невесту для Маунтин Бридж. Знаешь, Саша этот, и они как с планеты другого.